Всем привет, вы на канале тот самый Шашлычок. С вас подписка и лайк, с меня вкусные приготовления различной кухни. Сегодня в нашем рационе цыпленок бройлера с овощами в тандыре. Что нам для этого потребуется? С килограмм картофеля, нарезан по-деревенски, на четвертинки, проваренный 3 минуты в кастрюльке, так как в тандыре он не приготовится за 15-20 минут, а в тандыре курица готовится от 15 до 20 минут. В специях у нас что пойдет? 50-70 мл масла растительного. Это будет соус для нашего цыпленка и картофеля. 3 столовых ложки паприки. 1 чайная ложка куркумы. 1 чайная ложка перца красного. 1 чайная ложка перца черного. Зира 1/3 ложка. И 7-8 зубчиков чеснока. Соль 1 большая столовая ложка. Также пойдет майонез 2-3 столовых ложки. Кетчуп. Тоже 2-3. Ну, будем смотреть. Цыпленка мы разрежем, разделаем, так как мы его будем делать. Картофель будет у нас в чугунной сковородочке жариться. А это на решеточке сверху в тандыр будем ставить. Ну, значит, мы его просто-напросто разделаем. Корочка эти снимем. Мариноваться. В прошлых видео я делал крылышки, голени. Очень мне понравились. Чем тандыр хорош, чем он нравится, что в нем все готовится очень быстро. Рыба, курица, даже копчение делается все за 15-20 минут. Очень быстро, мне понравилось. Шею делал, бедро делал свиньи. Да много чего делал. Овощи вообще изумительные получаются. Как гарнир. Просто изумительные. Тандыр мы прогреем, как говорится, двумя закладками. Так как сейчас уже холодно. Минус 10. Но сегодня еще тепло. Двумя закладками прогреем, чтобы были стеночки нагреты у нас, и мы могли спокойно, так сказать, жарить. Возможно, так мы ее и положим. Это у нас нижняя часть, это на верхнюю. Все. Как говорится, это лишнее. Собакам. Приступаем к приготовлению нашего маринада. Если маринада будет, ну, я думаю, он останется у нас, скажем так, пойдет у нас как соус к нашему цыпленку. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну что, поехали. Поехали мы, значит, вот так. Кетчуп, как я и говорю, достаточно. Майонез. Замечательно. Соль 1 столовая ложка. Куркума 1 чайная ложка. Перчик красный. Чайная ложка, перчик черный, чайная ложка. Сюда же зиру, 1/3, много не надо. Так, чесночок нам надо было подавить. Подавить надо было. Чесночок обычно я не добавлял. Но сейчас проверим. Превратится он в кашицу. Посмотрим. Ну, гореть не должно. В блендере нам массу надо сделать
не сильно густую и не сильно жидкую. Паприка 3 столовых ложки. Все сбиваем блендером. Все, соус наш готов. Берется то, что доктор прописал. Соус получился очень замечательный, просто шедевр. И уже с этим, с данным соусом, ну, можно сказать, с таким же, делал и сочный сазан на шампурах, и крылья. Мне очень понравился. Картофель будет мариноваться у нас вместе с нашим цыпленком 3 часа. Это не меньше 3 часа. Что картофель, что цыпленок будет у нас золотистого цвета, запеченный, хрустящий, очень вкусный. Так, картофель готов. Теперь у нас следующий идет цыпленок. Повторяйте, пробуйте, делайте этот соус. Я еще раз повторюсь, соус очень вкусный. Минимум затрат, зато какое удовольствие получаете от данного соуса. Также пойдет для свинины, говядины. Здесь все в меру. Все просто замечательно.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Поддержите мой канал. Канал у меня молодой. Только развивается. Канал всего 3 месяца. Все, картофель с цыпленком замаринованный. Сейчас время 9 утра. В 12 часов включусь, когда уже будет тандыр готов, стенки побелеют, когда начнем опускать уже нашу решеточку с цыпленком и сковородочку с картофелем. Не переключайтесь. До встречи. 3 часа прошли, как промариновалось у нас картошечка и цыпленок. Складываем картофель в нашу чугунную сковородочку. Такие блюда можно готовить хоть каждый день, кушать. Свеженькое, свое. Овощи класть не буду, тут картофеля достаточно. Картофель готов. Так, как говорили, складываем. Так, нижняя часть у нас пойдет, грудка. Грудка, нижняя часть пойдет вот так. Так как она большая. Сверху вот эти вот наши окорочка. Будет вкусно, зажаристо. Как я люблю. Вот так вот положим. Так. Все идеально. Пойду разжигать тандыр, как и говорил до этого, две закладки, на улице вроде потеплело, но все равно, две закладки, это пускай стоит, как все сделаю, включусь, когда уже поедет наша продукция в тандыр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, только подписавшись на мой канал, вы будете в курсе о выходе новых видео на моем канале. Не выключайтесь, не переключайтесь. Скоро увидимся. Цыпленка в тандыре пожарили. 20 минут жарился вместе с картофелем. Все это мариновалось у нас 3 часа в холодильнике. Тандыр прогревал 2 раза. Проверяем на готовность. Готово. Очень вкусно. Просто прелесть. Вот почему я говорю, что готовьте в данном соусе, вам все понравится, очень вкусно получается. Просто что-то изумительное, просто шедевр. Тандыр делает свое дело. Пускай небольшой у меня тандыр пикник выездной, можно его погружать в автомобиль, в багажник. Весит он 40 килограмм. Выезжать на природу и радовать своих друзей, гостей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я буду в дальнейшем вас радовать новыми рецептами. До свидания!